Вона любить співати і завжди мріяла навчитись грі на фортепіано. У неї вдома стоїть рояль і чекає, коли вона нарешті закінчить свої справи і порине у світ музики. А їй все ніколи. Хоча спортивні роки далеко позаду, спорт не відпускає. І щодня приносить море нових емоцій. Я девочка такая шустрая была, и вот как-то вот быстро, мне все время нравилось вот быстро бегать, вот что-то преодолевать, ну, быстро, вот спринт 400 метров, почему я выбрала? Я как-то сразу эту дистанцию выбрала, или она меня выбрала, эта дистанция, вот, бег по кругу. Ну, я заметил, что у Оли есть удержание гипоксии, или как удержание скорости, природное качество. И что она предрасположена как раз на эту дистанцию. Только нужно серьезные жесткие тренировки, чтобы развить ее возможности. Это колоссальное трудолюбие. Трудолюбие и вот умение терпеть. Я за всю свою спортивную жизнь ни разу не пробежал 400 метров. Я пытался пробежать, и вот добегал до 300 метров. И когда начинается самый вот этот отрезок, когда надо вот терпеть, и все, я заканчивал просто. Я не то, что не хотел терпеть, но вот чувство это не мое. Интересное в чем, что она могла бы на тренировке до конца не показать высокий результат, особо он и не нужен был, но бегала по заданию. Но на соревнованиях всегда она показывала лучше, чем на тренировке. Вот это говорит о том, что человек мог достать из организма все, что, на что он был готов. Самое страшное – это вот на старт. Когда ты становишься на старте, вот мандраж бьет настолько, вот ты вот всю волю должна в кулак. Ну вот у нас иногда спортсменки на Олимпиаде говорили, мои подружки, говорят, вот так вот идем, как на расстрел. Тренер говорит, да что вы так вот уже, ну не конец же света, говорит. Ну а, говорит, а вот состояние такое, что вот действительно очень-очень страшно, потому что, ну, хочется выиграть. Первое место, оно одно. Ольга виросла у Пермській області, де й почала свою спортивну кар'єру. Можливо, саме суворий уральський клімат і виховав стійкий характер та витривалість. Одного разу Оля потрапила до Миколаєва і буквально закохалася в Україну. І коли їй запропонували переїхати сюди, одразу ж погодилася. Спочатку було нелегко, але завдяки підтримці тренера Ольга призвичаїлася і почала наближатися до своєї спортивної мрії. А по дорозі і кохання зустріла. Ой, а з мужем взагалі в одній групі тренувались. Ну, спочатку как бы просто були согрупники, где-то там не замечали друг друга. Ну, тренуємося, тренуємося. Постоянно вместе на зборах, на соревнованиях. Потом какие-то чувства появились. Это благодаря, может, еще Владимиру Андреевичу, то, что он нас сблизил, познакомил, там, соединил, или как там, скрестил, или как еще можно сказать. Но вот он очень много сделал для того, чтобы мы с Олей там ближе, чаще общались, вне тренировки. Они сами сделали свой выбор. Единственное, что, в чем мое участие, что они у меня в одной группе оказались, может быть, это способствовало их близкому знакомству и познанию друг друга. Да, романтика в основном. Вся романтика на стадионе, вся романтические отношения. Цветы все время дарил, мы в театры ходили. Вот, всегда так приносил, никогда не приходил в гости без коробки конфет. Такой, в общем, галантный был кавалер. И, в принципе, очень красиво ухаживал. И так получилось, что потом, ну, как-то вроде так невзначай, у нас нормальные отношения, какие-то общие интересы. Когда познакомились чуть ближе уже, вот, ну, поняли, что вот что-то вот родное какое-то есть, взгляды общие, ну, какое-то притяжение. Все равно же между мужем и женой там, или
когда встречаешься, какое-то все равно внутреннее притяжение есть, вот то, что вот, вот это твой мужчина, именно тот, вот, с которым ты хотела бы провести всю жизнь. Вот как раз Витя оказался тем мужчиной, вот, вот с которым я бы хотела вот, прожить всю жизнь. Виктор увидел, что девушка серьезная, никаких флиртов, не избалованная, как говорится. Видно, что в перспективе, что это человек для дома, для семьи создан. И, в принципе, так решили соединиться. И поженились в 86-м году, как раз Европа была, чемпионат Европы. Первое время, знаете, было, ну, не то, что там сложно какие-то, а получилось, как два таких монолита камня встретились. У нее там свое, у меня свое. У меня там вот старые подруги, которые там, у меня там старые друзья. Это у нас чуть-чуть поначалу так чуть-чуть трение. Но потом я говорю, что 90% то, что у нас и такие отношения, это благодаря нашему тренеру. Мне нравится, когда вот такие спортивные семьи. Во-первых, это никогда не скучаешь. Ну, скажем так, все время вместе. Поддержка, огромная поддержка вот с его стороны, с моей стороны, где-то что-то мы подскажем, что-то, ну, как-то вот только плюсы, что вот, вот вместе, это так здорово. До Сеульської олімпіади вони готувалися разом. Оля у 87-му стала чемпіонкою світу і тепер була однією з головних претенденток на олімпійське золото. На Віктора розраховували в естафеті, команда якої на той момент вже була чемпіоном Європи і срібним призером чемпіонату світу. На олімпійській базі у містечку Креміна, неподалік від Луганська, пройшли чи не найкращі роки їх юності. Вони і досі щоліта приїжджають сюди, щоб відчути подих чистого повітря, пахощі лісу, побігати знайомими стежками та знову помріяти. Тоді, у 88-му, це були мрії про перші олімпійські нагороди. Саме таке радісне событие – це, звісно, перша олімпіада в Сеулі. Це 88-й рік, коли я там дважды становилась чемпіонкою олімпійських ігор в своєму виді, в естафеті. А в естафеті ми взагалі мировий рекорд встановили. Ну, тобто, це, звісно, дуже було приємно і радісно. Такое вообще незабываемое волнение. То есть, если нам поставили задачу первое, третье, и поставили две золотые медали. И, конечно, я знаю, что в каких-то моментах у нее проявлялся мандраж именно в том, что она может ночью проснуться, она захотела есть. Это мне надо подниматься, идти с ней. А у нас на этой олимпиаде разместили не так близко к столовой, мы были самые дальние. И вот мы пошлепали. Приходим уже под утро, вот самое, ну, вот-вот, это ж Корея, утренние там зари, это все, только самый сон, все, опять кушать пошли. Вот и почему-то у него так вот проявлялось вот в этих моментах. И, конечно, вот если бы не поддержка и тренера, и мужа, Витя все время меня, ну, конечно, знаете, сейчас уже столько лет прошло, но сейчас вот вспоминаю, что такой был, то есть накал, вот эмоций, такое супер напряжение, которое вот действительно вот ни с чем не передаваемо, это даже вот не объяснишь словами. Время, ее возраст как раз таки пришел. И тут, как говорится, только останавливать надо было. Очень серьезно оба работали, и результат сам за себя сказал. Значит, Виктор стал олимпийским в эстафете. Оля двукратная с мировым рекордом 4 по 400. Такое состояние, когда ты идешь вот на тот же там финал, когда ты знаешь, что ты вот как бы должна быть первой, но может же все случиться. Американцы готовили нам сюрприз такой, 4 по 400. У них сильная спортсменка Джойнер 100-200 выиграла очень с высокими результатами. И они тайком, нигде не афишируя, решили поставить ее на последний этап, как раз под Олю Брызгину, на 4 по 400. У нас, конечно, настроение пропало. Тренер Владимир Андреевич
Федорец говорит: Оля, настраивайся, твой этап самый сложный, самый серьезный. Вот, конечно, мы слегка, ну, я не знаю, где-то вот, ну, испугались, скажем так, вот, что у нее-то скорость абсолютно очень высокая. Но все-таки спринт – это не длинный спринт. На нашей дистанции надо еще тоже терпеть, скажем так, до конца бежать. И выносливость должна определенная быть. Вот как раз-таки вот эта выносливость, как говорит мой тренер, от природы, вот она меня и спасла. Они вместе приняли палочку, Джонерс стала за Олей, и всю дистанцию 320 метров за ней как бы отсиживалась, за вихрение. И все, весь стадион замер и ждал, сейчас 80 метров, Джонер выйдет, имея большой запас скорости, и уйдет. Но получилось наоборот, Джонер стала, а Оля начала уходить от него. Конечно, вообще, как говорится, открывается второе дыхание у спортсмена. Вот у меня оно тогда открылось. И красивая была победа. Как раз заключение было легкой атлетики на Олимпийских играх. Финальный бег этот был. И с мировым рекордом. Этот рекорд, я думаю, будет еще долго и долго стоять. У той же день олімпійське золото завоювала і чоловіча естафета, до складу якої входив Віктор Бризгін. Таким чином, молода сім'я привезла додому аж 3 вищі спортивні нагороди. Після Олімпійських ігор, несмотря, як некоторі спортсменки, спортсмени при такому успіху починають їздити по комерції і збирати, як говориться, якісь дивіденди матеріальні, Оля сказала: "Я буду рожати. Я хочу ребенка". Ну, і тут у неї такий настойчивий характер, що ніхто, ні Віктор, ніхто не мог повлияти. И вот родилась в 89-м году Лизуня, которая продолжает традиции. Тренироваться было, конечно, тяжело. Силы нужно было находить как-то. Ну вот свекровь моя, она с работы ушла, чтобы воспитывать нашего ребенка, дочку, потому что было тяжело так вот все время и с ребенком следить, и на тренировки ездить. Лет вот в 5-6 ходила с родителями на манеж, на стадион, еще Владимир Андреевич тренировал их там в Луганске. Вот, смотрела, так мне было интересно, прыжки, бегали, прыгали, под пистолет выбегали, думала, так интересно тоже так все. И она росла, кажется, на наших глазах, ну, такой шустрый ребенок, шустрый, даже с характером уже такой был, что не по ее, уже тогда в детстве проявлялось, крик, слезы могли быть, вот так, ну, там родители еще тренировались, а занималась бабушка Зоя Романовна, с ней больше, ну, естественно, больше баловала. Колись Ольга сподівалася, що Ліза буде займатися музикою. А їх з Віктором тренер лише посміхався, адже давно помітив у маленькій задатки майбутньої спортсменки. Так і вийшло. Ліза також опинилася на біговій доріжці. Спочатку тренувалася у Луганську, а кілька років тому Володимир Андрійович забрав доньку своїх олімпійських чемпіонів до Києва. І хоча Оля знає, що донечка опинилася в надійних руках, все одно дуже переживає. А от сама Ліза у захваті від спорту. Вона вже стала чемпіонкою Європи серед юніорів, тепер мріє потрапити на Олімпіаду в Пекіні. І дуже сподівається повторити колись успіхи своїх відомих батьків. Тут на самом деле такой гибрид. І папіна подвіжність нервних процесів, такої непоседа, і мамина злость на дорожці. Мені кажется, що ну, внешне я похожа на маму. Все говорят, ну я вижу, а характером, вот всем таким поведением, мне кажется, папа я рулит, с папой очень как бы много общего и понимаем друг друга очень хорошо. Лиза просто молодец. Молодец в том, что уехать в 14 лет мы сначала побоялись. В том плане, что она повторяла историю мамы.
Что же Оля уехала? Она чуть позже уехала. Ну, чуть дальше все. Я знаю, что как она, это она не рассказывает. Я-то знаю, как она переносила. И были и слезы, и были попытки уже домой уехать. То есть тренер там сдерживал и все остальное. То есть у Лизы этого скрипа не было вообще. Мама тоже по Лизе говорила, не, никакой спорт. Зачем ей эти штанги, эти километры? Ну, а потом убедилась, что пришло время, что человека не удержать ни в комнате, нигде, наверное, надо какой-то куда-то выдать энергию. Теперь она все это будет, как и я когда-то. И сборы сейчас. Сейчас мне ее очень безумно не хватает, как мамы. Потому что все равно вот 16 лет отдать ребенка, ну, это тяжело. Я знаю, что там Оля может рассказать, что как она там. Голодная, холодная. Я знаю, этот ребенок себе не даст в обиду. Первые, наверное, полгода было тяжело. Все-таки маленькая, это родители, семья с мамой, с папой. А теперь одна. Ну, а так потом пошли тренировки посерьезней, потяжелей. И как бы уже было некогда скучать. Но все равно, конечно, дома скучаю. С Луганском вспоминаю часто. Дома, конечно, хорошо. Батьки також сумують без Лізи. А ще молодша сестричка Настя, яка дуже радіє, коли старша приїжджає додому. Ліза завжди повертається з подарунками для малої. Сестри люблять разом бавитись і башкетувати, влаштовуючи сюрпризи мамі й татові. Батьки говорять, що доньки абсолютно різні, але обидві за характером лідери. Люблять завжди бути попереду і обов'язково перемагати. Ольга і Віктор вже не впевнені, чи вдасться їм втримати Анастасію вдома. Адже і у ній тренер помічає спортивний талант. Поки що ж Настя цілком мамина донечка. Не відходить від Ольги ні на крок і намагається в усьому бути схожою на маму. Настя, да, я от хочу сказати, що там більше превалирує папіна. И лобильность нервных процессов, и стопа, и непоседа такая. И что мне нравится, что у Насти и Лиза такая же, но Настя усидчивая еще к наукам. Что она в этом своем возрасте серьезные книги читает, хорошо учится. Младшая, она у нас вообще уникум. Вот говорят, вторые дети, они вообще, тем более у меня поздний ребенок. Я считаю, что поздновато родила, в 34 года. Вот. Ну, она очень, знаете, очень девочка такая ответственная прежде всего. Тоже вот лидер в классе, учится. Это у нас отличница, конечно. Учится хорошо. Рвение очень огромное к учебе. Ну, вот так вот с ней начинаешь рассуждать. Вы знаете, вот как взрослая, она как вот моя подруга. Иногда вот когда она что-нибудь кутит, то я должна молчать. А когда я получила плохую оценку, она тоже молчит. Даже мне советы разные дает. Очень интересный ребенок, мне очень с ней интересно. Мы любим одни и те же фильмы, одни и те же там фрукты. Ну, почти все. Очень хочет много профессий иметь. И модель, и спорт ей нравится. И хочет она тоже и к языкам, и учительницей, и только кем она не хочет быть. Прыгать очень любит, прыгать. Я, говорю, я буду прыгуньей. Бежать может не так, но прыгать, а прыгаю Лизу точно. Ну, я думаю, придет время, и Настя тоже здесь окажется. Потому что Настя вообще он сгусток такого, таких качеств. Пластичности, мягкости, быстроты. И стопа папина такая реактивная. Так что надеемся, что Настя тоже будет продлевать традиции родителей. Будет такая династия Брызгиных легкой атлетики. Після народження старшої доньки Ольга не лише повернулася у спорт, а знову завоювала олімпійську медаль. І хоча проблеми зі здоров'ям не дозволили повторити сеульський успіх, Барселона 92-го стала успішним завершенням її спортивної кар'єри. Очень было тяжело, после какие-то даже после эти родовые какие-то травмы были там еще, это, ну, тяжеловато было, хотя так легко это, кажется, давалось, но в эти, я думаю, что заслуга, то, что вернулась Оля, это на 100% опять же нашего тренера
говорил какими-то этими. Если не получится, потихоньку, потихоньку нагрузки добавляются, добавляются. А тут уже, если как паровоз пошел, его же не остановить. Чемпионат мира нормальный, чемпионат Олимпийские игры. Когда еще мама была в 92-м году на Олимпиаде, смотрели с бабушкой, с папой. Папа тоже не поехал на Олимпиаду. Следили еще, болели за маму, мама кричала. Да, тогда была вторая в личном, и в эстафете они выиграли тогда. Болели, папа, мама, бабушка плакали, а я мамочка, мамочка тоже. Все-таки пройдя две Олимпиады, ну родить после одной Олимпиады ребенка, там, это сложно, потом опять подготовиться ко второй Олимпиаде. И просто, знаете, вот организм сказал уже, хватит, у меня травмы очень такие серьезные, вот колено очень сильно заболело. Вот, хотя тренер говорил, что я себя не реализовала. Он все время мне повторял, когда я уже и закончила спортивную карьеру, он всегда говорил, ты себя вот, вот не реализовала. Пушкина. Сама Ольга була впевнена, що зробила у спорті все можливе. І настав час зайнятися чимось іншим. На той момент вони побудували свій будинок. І Оля мріяла стати у ньому справжньою господиною. Нарешті зупинитися на одному місці, нікуди не поспішати і спокійно налагоджувати домашній побут. Але повністю розлучитися зі спортом так і не вийшло. По-перше, Ліза почала займатися легкою атлетикою. А по-друге, Оля спробувала себе у ролі спортивного функціонера. І несподівано захопилася новою роботою. Зараз вона працює у Луганському відділенні Національного олімпійського комітету. А от Віктор залишив спорт. І тепер забезпечує дружині міцний тил, займаючись бізнесом. От у нас музей з мужем. Вот это барселонская медаль у меня, 92-й год. Это эстафета 4 по 400. Вот, вот это чуть раньше, первая наша Олимпиада. Это Сеул. Это личный вид. Ну, еще очень такая памятная медаль, она без ленты. Это чемпионат мира в 87-м году в Риме. Тоже это у нас 400 метров. В личном виде завоевала. Все равно ближе к сердцу, знаете, олимпийские медали, потому что они, ну как, намного завоеваны трудней, вот, в очень такой упорной борьбе. И, то есть, они настолько вот близко к сердцу, и, ну, даже если это серебро, но это серебро действительно потом и кровью заработано. И то, что это, говорю, это серебро, выстраданное серебро. Вот, Барселонской Олимпиады. Ну, чуть ниже это у нас уже дочкины медальки. Вот тоже она. Вот это с Европы, с юниорской, с юношеской. То есть вот, вот эта медалька ее такая самая первая. Да, это все верхний ряд у нас чемпионата Советского Союза. Тут все вместе у нас и Витина, и мои. Настя говорить, що ніхто не вміє доглядати рослини краще за її маму. Коли у Ольги з'являється вільна хвилинка, вона одразу ж іде у сад, вирощений власними руками. Це її хобі. Вона отримує море задоволення та позитивних емоцій, спілкуючись з улюбленими рослинами. Навіть коти, яких у родині бризгіних аж троє, не враховуючи постійного поповнення котячого сімейства, обожнюють ніжитись на сонечку серед троянд, тюльпанів та конвалій. Найкращий відпочинок для Ольги – погойдуватись з книжкою у гамаку. А от її чоловік полюбляє більш активні захоплення. Він чемпіон не лише в легкій атлетиці, а й у риболовлі. До того ж, має дуже незвичне хобі – коллекционируя капелюхи. Интересная вот шляпа погонщика слонов. Я долго ее искал, почему-то их так не продают. Вот хорошая шляпа тайских цыган. У них единственный промысел, это они рыбу ловят. Это сейчас современно, это я купил. А человек заинтересовался и подарил мне, говорит, это у меня там с того поколения. Это там мой водитель служил в этих пограничных подарил. Там мне друзья привезли буденовку.
Америка, две шляпы, хорошие такие, интересные. Это бани, сандуны, там Финляндия, великолепно. Это вот у них там считается четыре ветра, как-то там шаманная, польских интеллигентов. Вот французская прямо с Монмартра. Военная, есть корейского водителя, есть английского легионера. Есть у меня шляпа, очень интересная. У нас есть боевой генерал Ветров, это он мне недавно буквально подарил. Он на пенсии сейчас, но очень почетный и очень замечательный человек. Обкомовские наборы, которые были, это охотничий вариант, уже пошли такие. У нас область состоит еще есть казачество. Это мне старую, видно уже потрепанную в боях, казака подарили шляпу. Ну, это шляпа английских, с музея Шерлока Холмса мне друг привез хороший. Ну, а это уже пошли как в довесок с Арабских Эмиратов, Бали. Это киргизская тоже такая парадная шляпа. Это шляпа-веер, пробка, подарок с Африки, с Америки, хороший, замечательный. Это женская, это с Китая, это Вьетнам наш, великолепный. Это тайская шляпа, это просто сувенирная. Это шляпа, которая не мнется, как ее ни крути, она все равно становится такой же буденовка. Интересно какое-то. Ну вот, хорошее. Очень легкое, очень интересное. Я говорю всегда сама себе. Девиз такой: гармония во всем и всегда. Вот если ты будешь жить в гармонии вот со всеми и с самим собой, я думаю, что вот это самая лучшая мечта для женщины. А ще Ольга мріє потрапити на Олімпійські ігри 2008-го у Пекіні. Тепер як глядач і вболівальниця. Адже дуже сподівається, що там виступатиме старша донечка. Можливо, до того часу і Настя захопиться спортом. І стануть реальністю слова тренера про цілу династію Бризгіних у легкій атлетиці.